Дамы и господа, всем огромный привет с солнечного Крита. Я нахожусь в нашем отеле Джолен. 9 мая, я до сих пор с ленточкой, мы пришли только с парада. И сейчас я вас познакомлю с теми изменениями, которые у нас произошли в отеле. Ну, сейчас я в баре, вы уже видите, какой у нас бар, да? Уже все больше и больше он подходит уже к готовности, к стадии готовности. Светильнички повесили. Не знаю, почему они разные. Сказали, так надо. Я бы все одинаковые повесил. Но я, наверное, ничего не понимаю. Да? Изнутри у нас почти без изменений. Единственное, прикрепили крышку эту. Закрепили уже. А, и сделали же эти самые. Лампочки повесили. Да, лампочки я показал уже. Полочки повесили. Ну, полочки я, может быть, сделал бы лично я. На пару сантиметров шире, чтобы они чуть-чуть выступали. Так, закруглись здесь. Мне кажется, узковатые. Но опять же, это мое мнение. Работать будет Жорик, лишь бы ему удобно было. И вот в таком состоянии находится сейчас фасад отеля. Балконы уже установлены все. Перила, ограждение, как хотите называйте. И мастер сейчас красит. Один слой прошел, сейчас будет начинать второй слой. Один момент здесь мне не нравится. Вот эти вот черные пятна от сырости на колоннах. И знающие люди сказали, что это не сошлифовывается. Я думал шлифануть глубоко, но говорят, что это не снимется. Поэтому у меня такое предложение, может это все покрасить в коричневый цвет, вот, такой же цвет сделать и колонны. Крышу оставить такая, как есть, а колонны покрасить вот таким коричневым цветом. То есть оно будет как продолжение балконов. Ну иначе как убрать эту фигню? Мне не нравится, например, чернота. Вообще не нравится. В бассейне все по-старому. Ну скоро же будем начинать и бассейн. О, клумбы выложили. Жорика папа приезжал и выложил нам клумбы. Все понемножку. Каждый приезжает, каждый что-то делает, каждый помогает. Кто что может, кто чем может. Надо только почистить от раствора, зачистить все и закрасить, наверное, красочкой какой-нибудь красивенькой. Голубенькой, наверное. Кантик сделать такой. О, тут дверь уже прилепили. Кладовочку. Так, что тут у нас? Голубенькое такое. Один написал, больницу напоминает. Не знаю, мне не напоминает. Мне нравится этот цвет. Вот это вот как они закрепили. Ага, никак не закрепили. Ну то, за что я говорил. Почему-то не стали ставить на те упоры, которые я заказывал. Разрезали. Что они тут творили? Блин. Видите-ка, у каждого мастера свои мысли. Каждый по-своему делает. Все делают правильно, но каждый по-своему. Теперь не знаю, как он это будет крепить. Ох, молчу. Ну, смотрите, здесь тоже дверь поставили. В эту кладовочку. Оливка у нас заколосилась. Кто-то говорил, не взойдет. Обрезал, спилил оливку, не взойдет теперь. Пожалуйста. Скоро все зарастет, опять лес зеленый будет здесь. Мастора поспай. Эльвирин любимый цветок. Ибискус. Ну вот, такие изменения у нас снаружи, с внешней стороны.
Сейчас пойдем посмотрим, что у нас внутри. Итак, кладовку вы уже видели. Свет горит, непорядок. Ай-яй-яй. О. Вот это мне уже нравится. Это мне уже нравится. Плиточку положили уже. Причем плиточка, ну, практически такая. Или такая же. Такая же, единственное, что это старая, а это новая. Поэтому она кажется белее. Со временем она станет одинаковая вообще. Ну, здесь плиточка тоже лежит под кухню. Готова. Ну, супер. Вопрос за малым. Вопрос занести сюда кухню, соединить ее. И порядок. Ну и поштукатурить, покрасить, конечно, тоже надо. Нормальный номер получается. Здесь будет как гостиная. Ну и дети здесь, наверное, будут спать. А здесь будет комната взрослых. Двуспальная кровать. Шкаф. Сюда не знаю, что я вообще ставить. Не знаю. Не знаю, до сих пор не знаю. Может, комод какой-то узенький или шкаф узенький какой-то заказать. О, балкон, хоть конем гуляй тут. Дерево дает шикарную тень. Вот это красивое цветет сейчас. И тут можно столик выставлять, кофеечек пить. А то и шампусик вечерком. О, хорошо. Так, они приехали. Сейчас интересна будет реакция Алены на Святослава. Как Алена его встретит. Алена просто Святослава с бородой не видела. Вот они. Гуляки. Мы их тут ждем, они гуляют. Ты идешь? Стой здесь. Стой здесь. Иди. Стой здесь. Ух ты что. Чтобы ты его увидел, а потом он и сбреет. А, ну ладно. Сегодня-завтра побреется. Да. Алло. Все жгут вот это тут, что, знаешь, такие вот, как канаты. Как веревка. Как веревки такие. Оплести, да. Да, где-то что-то отпустить. Я вообще, честно говоря, думала, что по лампочкам вот так вот это вот шнурочек он будет этим жгутом. А сейчас приехала, смотрю, что нет. Можно сделать вот этот жгутик вот так вот пустить. Это самому сам можно сделать. Веревку купить просто и намотать. Делает. Очень, и очень прикольно получается.
Пока-пока. Детей оставили у детей. Да. И внучка он идет. И внучка идет в садик. Ты канешь, да? Нет. Ты канешь. Hello. Hello. Да, сифили жуливо. Кала. Ты на дроме симера. Кала, пуша, пуша, попиешь. Софиторио. Что фиторио? А, что ботанико, вот это? Ну, не знаю, сам фиторио пиваю. Сарисе. Ε, και σου κάνω τώρα μια γλάστα. Ω, oh, ωραία. Ωραία. Να φυτέρει στο ξενοδοχείο, ε. Στην αξιδιά, αυτό είναι δικό μου φυτό, ε, να το πεις. Όχι. Είναι δώρο για τη, για τη γιορτή της μαμάς. Α, Κυριακή. Φεύγει ο παππούς. Πες φεύγω, γεια. Πες γεια. Γεια. Γεια σας. Γεια. На этом, дамы и господа, мы с вами прощаемся. Видите, как у нас на Крите тепло, хорошо. У нас жарко. Жарко даже сегодня, да. С каждым днем жарче и жарче становится. Так что приезжайте. Мы вас любим и ждем. И ждем на Крите. Пока-пока. Пока. Первый раз за все время мы попали в такую большую пробку, настолько длинную. Мы простояли, сейчас специально засек время, сейчас скажу сколько, 13 минут. 13 минут мы потеряли только, чтобы доехать до светофора. Сейчас проехали светофор, и сейчас еще будем же сплестись за этой колонной, которая здесь собралась за это время. То есть мы, ну, не будем ехать с положенной скоростью. Вот и считайте, думайте, стоит ехать в объезд, или стоит подождать, это уже кому как больше нравится. Я в объезд не захотел сегодня ехать, нет у меня настроения объезжать по этим серпантинам, я уставший. Хочу домой.